Ребята, всем привет! Всем привет! Ребята, сегодня мы решили снять видео. Многие просят, интересуются, рассказать поподробнее о том, что у нас происходит за эти дни. Очень часто нам поступают... Вот по переписке, я вам могу, знаете, сказать, когда был? Получается, 2 мая... 3 мая мы переписывались с ним, я ему отвечала, ему как раз снимали видео про это. Потом он 11 мая вот мне написал 2 сообщения. И сегодня 1, 2, 3, 4, 5, 6 сообщений. Покажи нам лик. И что самое интересное... Я читала, он удаляет, я решила не отвечать без видео на эти сообщения. Мы вообще стараемся не отвечать. Мы решили, что мы не будем отвечать на вот эти все сообщения. И посмотрите сегодня, сколько много было сообщений. Лик. Что, пишешь опять? Да. Она видит, что ты в сети. Давай выйдем. Нет, давай, мне уже интересно стало, что он будет писать дальше. Блин, ребят, вообще, вот знаете, мы не знаем, что не нам понимала. Делать. Ну почему он, откуда он знает? И почему он все время... Привет. И... Чего ты боишься? К чему это вообще? Я не понимаю, ребят, знаете... Ну, может быть, к тому, типа, что я не отвечаю на сообщения. Пишет. Нет, покажи. Пишет, не пишет, нет? Не пишет. Странно, чего ты боишься? К чему и, бы да, это? И привет, он мне пишет, кстати, о каждом сообщении. Вот. Ну, мы думаем, что это он, я не знаю. Ну, да. Ребята. Ну, просто я говорю, что человек. Удалил. Да. Он удалил. Покажи. Я забыла. Вот посмотрите, сказать. Лик, надо делать, да, скрин, потому что... Посмотрите... Очень интересно, он моментально удаляет сообщение. Ребята. Ребят, хочу сказать... Давай, Милан. Я хотела сказать, зачем он за нами наблюдает и как он за нами наблюдает. И откуда он знает, что мы в сети. И, ну, почему, он, и почему он все время в сети. Дело в том, Милана, в сети он сразу видит, что Лика находится в сети, вот потому что... Видишь, мы видим, да, что он Лика здесь не часто появляется. Да, я как бы в Вайбер вообще не захожу. Вообще не... Покажи. Опять. Подожди. Лика, давай напишем, мы не будем ничего тебе писать. Пусть он нам вообще ничего... Молчишь. Какой-то, если честно, очень странная переписка, очень страшно. Ребята, почему мы никуда не пишем? Но дело в том, что вот эта переписка, но дело в том, что он, ну, нет никаких, вот, знаете... Удалил, но я сделала скрин. Сделала скрин? Да. Нет никаких таких, вот, знаете, каких-то вот угроз, оскорблений. Он допустим, просто как бы вот... Как будто бы общается со мной, но как-то немножко странно. Ну, неизвестно, да, и нас это реально все пугает. Напиши! Стоп! Ребята, он опять пишет. Давай напиши. Он уже не пишет. Он перестал писать. Напиши больше, не пиши. Думаешь, да? Да, напиши больше, не пиши. Восклицательный знак поставь. Ребята, в общем, такая ситуация какая-то немножко странная. А прикинь, он заспит, а мы не успеем. Отправляй, Лик. Я, честно говоря, даже не знаю. 2 галочки фиолетовые стали. Скорее всего, это то, что он прочитал это письмо. Он пишет. Давай выйдем, Лика. Подожди, мне интересно. Мне интересно, чем все это закончится. Что в итоге он напишет. И мне, знаешь, Лика, что интересно, к чему это? Чего ты боишься? Не знаю. Ребят, вот честно, вот непонятно, очень загадочно. Но я думаю, пишет, чего ты боишься, пишет, только потому что я не отвечаю ему на протяжении уже какого времени. Ни на одно письмо. Мы вообще просто игнорируем, что написал. Наконец. А я знаю, что ты боишься. Я сама не знаю. В смысле? А я знаю, ребята. Что же? Быстрее, Лика, сейчас удалит. Всё сделаю. Ребята, я знаю, что ты боишься. Чего ты боишься? Не знаю. Так а к чему это? Удалил. Сообщение удалено, ребят. Вот посмотрите. Сообщение удалено. Я очень удалена. К чему я, честно, это? Я вообще, я высоты боюсь. Я не могу прямо сейчас сказать, чего я боюсь. Ты самолета боишься, а я... Да, мама, так, ну ладно, у каждого типа есть какой-то страх. Ну к чему это? К чему он вообще интересуется? Вообще пишет? Я не знаю. Лик, мне кажется...
Просто нужно, не знаю, знаете еще, что самое интересное, номер неизвестный, его не получается ничего с ним сделать, то есть, ну вот мы стараемся просто не общаться, мы не переписываемся, и в Вайбере мы бываем очень-очень редко. Пишет. Покажи. Ну, мы заговорим, не пиши. Больше не пишите, что он еще будет писать, Лик, мне кажется, надо выйти. Да подожди. Ну, подожди, ну, блин, ну, интересно же. От того, что мы выйдем, ничего особо от этого не изменится, как говорится, лучше знать врага в лицо. Ну, это да. Потому что он как-то вот с помощью этих сообщений нам подскажет, кто какие-то это. Какие-то загадки, может, мы поймем. Загадочность. Что? Пишет. Он так долго пишет, на самом деле. Не фу, да. Милана, ты меня напугала, как прыгнула. Пока пишет, причем очень долго пишет. Сейчас такой реферат, AirPod. Неграмотно, что ли? Давай поиграем. В смысле? Покажи. Быстрее, ты скрин сделала? Делай, быстрее. Сделала. Давай поиграем. Помнишь, вчера у вас выключили свет? Откуда он знает, что нас у нас свет? Ребята, реально, вот, вчера... Кстати, во влоге-то не говорили вообще нигде. Да. А если это он выключил свет? Ребята, у нас реально вчера в часов, наверное, в половину, ну, около 10, в общем, когда вечера. Да, около, ну, у нас в Санкт-Петербурге... Пиш. Что? Скинь. Страшно было. Мне кажется, это он... Ну как? Послушайте, ребята, мы никому не говорили, что выключили свет. Но дело в том, что я уже в тот момент монтировала видео, и у нас выключили свет где-то минут на 40. Но это было часов, наверное, 10. Я не поняла, к чему это. Честно, мне как-то страшновато становится. И я вообще не понимаю, если честно, вообще, к чему это эти вопросы и откуда знать, что вчера выключен был свет. Я не знаю откуда, потому что реально никому не говорят, даже родственники у нас не знали, что был свет выключен. Да, ну, может быть... Я не поняла, у нас опять выключили свет, ребята. У нас выключили свет, и посмотрите, вот сейчас видно на улице. У нас сейчас 9:15. Да, 9. Вчера было где-то около 10, поближе, да. И тоже был выключен свет. Слушайте, что это за розыгрыш? Что это за вообще, не знаю, мне страшно. А чего? Мне кажется, что это... Ребята, мне кажется, я не знаю, мне вообще... Это он, потому что он сказал, давай поиграем. Ну и что, давай поиграем. Давайте просто будет он, потому что человек, мы не знаем. Да, мы не знаем, да, кто это, но это очень странно. Он пишет опять. Ну-ка, он давай. Удалил сообщение, пишет. Посмотрите, опять, да, опять все удалено. Милаш, подожди. Не пишет, пишет. Нет, они. Ребята, не я не пишет. Хочу на пол находить, я хочу с Ликой находиться. Опять не пишет. Слушайте, подождите, у нас свет, может быть, у нас пробки вырубились. Прикольно, правда? Нифига, это не пробки. В смысле, прикольно, правда? Напиши, в чем дело. Подожди. Скрин додела. А ну-ка напиши, это в чем он, дело. Это он делает раз так. Пиши, в чем дело. Вот так. Так. Отправляем. Давай, Лика, отправляй. Слушайте, я не знаю, мне уже реально очень страшно. Я не понимаю вообще, что... Я крикнула! Я шутила! Мама, ты все знаешь, как я крикнула? Слушайте, я, это не шутки, мне уже что-то совсем... Лика, выходи из сети, ну его нафиг. Он пишет еще. Что пишет? Выходи, ну, Лика. Подожди, ну пишет. Вообще нужно не появляться. Свет. Вчера, кстати, он выключил на дольше свет. Написал. Что написал? Покажи. Не переживай. Я узнал этого авария на подстанции. Это что значит? Ребята. Мам, то есть... Типа, что везде, получается, выключен свет, не только у нас. Откуда он узнал вообще? Я уже не могу, ребят, уже... Это просто реально непонятно, прям запутывает. Лика, давай выходи. Из сети. Выходить, он удалил сообщение. Ребят, мам, то есть... Неудивительно. Мам, ты встала, как я хрюкнула? Ты что, я испугалась? Я тоже. Я реально испугалась. Смотрите, включен. Сейчас он включили написал, свет. Прикольно, правда? И в раз, и свет включили. Я боюсь. Давай что, выходим? Не, стой. Давай напишем, может, он рядом. Точно, может, напиши. Слушай, напиши, откуда ты знаешь, ты находишься... Или просто напиши, ты находишься рядом? Слушай, у нас в доме живут... Взрослые, серьезные люди. У нас даже, если честно, в доме мало подростков. Что-то
мне кажется, что это правда. И взрослый человек будет вот этим заниматься? Я не знаю. Отправляли. Не бойся. Не страшно. Что значит не бойся? Милош. Вик, давай, все, давай вот это последнее сообщение. Хорошо. Выходи из сети, пожалуйста. Хорошо. Надо выходить из сети, и меньше мы вообще... Даже не помогает. В любом случае, даже если я не в сети, он пишет сообщение. Ну и пусть пишет сам себе. Надоест когда-нибудь писать. Единственный вариант, ребята, мы вот думаем, ну просто я еще раз повторюсь, просто нет никаких таких вот, знаете, там каких-то угроз, что-то такого плана, напугиваний, вот прям, ну я имею в виду оскорблений и угроз. У нас были в мыслях поменять телефон, номер телефона. Вот. И если это будет продолжаться, ну придется нам просто поменять номер телефона. Вот и все, Лик. Не пишу. Я не хочу просто менять номер телефона. Ребят, пишите. Важно то, что я знаю ваши страхи. Только скрин. Делаем скрин, ребята. Для того, чтобы, ну, если вдруг что-то прям зайдет, прям... Он не знает, что мы делаем скрин? Знаете что, если вдруг дойдет до того, что какие-то будут угрозы, что-то такого плана, у нас, по крайней мере, есть сообщения, скрины, да, скрины. То, что и... мы отвечали, что он пишет нам. Да, да, и вот и все. И мы стараемся, видите, отвечаем только на видео, чтобы, если что, были какие-то... Ну да, доказательства, в общем. И в конце концов, я уже Лике вообще давно говорила, Лик, ну когда вот начались вот такие вот странные смски, я Лике давно сказала, давай, Лика, просто поменяем номер. Лика как-то привязалась к своему номер, но сами понимаете, не всегда легко. В принципе, как мы приехали, да, в Санкт-Петербург, да. Да, да, да. И не очень хочется его менять. И я хочу сказать, что вот да, я Лике говорю, Лика, если еще дальше что-то такого плана будет, ну, придется просто поменять. Ну, ничего страшного, привыкнешь к другому, ребят, к другому номеру телефона привыкнешь. Пишите в комментариях, как вы думаете, что нам делать, может, правда поменять и номер телефона. Сказать... Пишите, кто вот меняет телефон, напишите, что это не так страшно. Лика боится номер телефона поменять. Я считаю, это самый единственный вариант. Он написал, прикольно, правда, давай поиграем. Ну, очень прикольно. Вот. Прям рассмешил. И он сразу включил свет кто-то. И, кстати, ребята, он написал, это не важно, главное, что я знаю. Ваши страхи. Значит, он послушал мой страх. И тогда он выполнил... Ой, Милан, ты знаешь, мне кажется, все дети боятся темноты. А реально. Говоря, мы, по-моему, в нескольких видео рассказывали про наши страхи. И все знают, что Милана боится того, а ты боишься того. Легко догадаться, чего ты боишься. Темноты. Мне кажется, у кого не спросили, ребят, пишите, чего вы боитесь, ваш Когда страх. Мы снимали видео, было или не было, или отвечали на вопросы. Милана уже не один раз говорила, что боится темноты, а ты говорила, что боишься самолетов и акул. Я не знаю. Я просто говорю. Ой, ладно, все, Лика, короче, в WhatsApp не заходи, не пиши, не бери на неизвестные номера телефон. И просто не отвечай, не заходи вообще в Viber. Ты заходишь только тогда, когда тебе нужно там по делу, там вот с преподавателем переписаться. Все. Больше ты никогда, в принципе, в Viber не заходила. Вот и не заходила. Ну да, я даже там сейчас, мы с ним переписывались с этим неизвестным номером, увидела, дедушка еще на мой день рождения отправил мне открытку, я так и не прочитала. Да, мы реально, мы очень редко вообще в Viber, мы никогда ни с кем не переписываемся. Единственное, что только вот приходится общаться по школе, там, по предметам с преподавателем, все, больше нигде никак. Все, да, все, нет, с подругами Лика там не переписывается. Все, ребят, все, в общем, мы решили снять вот такое видео, потому что очень много вопросов по этому поводу, что же тут происходит с перепиской и вообще. Ну вот мы вам вкратце рассказали, ну и как раз, да, и как раз видно увидел, что ты в сети, поэтому написал. Все, ребят, все, пока. Всем пока. Пока-пока.